вроде того. Ну и тут, кстати говоря, выход на точку А был проведен от Немига весьма легко. Navi Junior только сейчас начинает свою перетяжку. В принципе, киты имеются, но опять же, глоки просто-напросто будут играть на плен. Нету P250, кстати говоря, что странно, у Немига хотя обычно покупает при таком сетапе. Но, тем не менее, ретейк пошел сразу же с рампы, где глоки на дальних дистанциях, естественно, перестрелки свои проигрывают. И моментальная ротация, там игрок Смита подключается. Надо продавить другое направление, делает это НДС. Два килла уже есть, и теперь просто на контроль бомбы. Но он остается один, еще держаться каким-то образом 15 секунд не получается. Нави выигрывают пистолетку, несмотря на то, что Немига поставили бомбу и сделали несколько фрагов. И опять же, кто сносит кучу голов? Эдбит. Да, на Инферно он там вообще трипл дал, здесь дабл, но тем не менее, наверное, самый сильный игрок Нави. Соответственно, сейчас либо в рефе на точку А, где 4 оппонента, либо стояние до конца раунда. Ну и бокс с первым номером. У него неплохо получается сбайтил на себя внимание. И тут, конечно, Немига задавили просто со всех сторон. Шедевральная стрельба от МДС в первую очередь. Липоп крайне долго удерживал свою позицию, ждал, пока тиммейты разыграются, чтобы по затылкам начинать нашивать своего калаша. И ничем не рисковал таким образом Копачо, но хотя бы на еще какой-то килл раскрутиться. Но мы понимаем, что Немига этот раунд должны брать и ломать об колено всю экономику защиты. Вот так вот вы стараетесь на пистолетке, казалось бы, ретыкать невозможно, но после этого тут же ответочка прилетает и денег. За два смока прошел, кстати говоря. А там оппонент стоит, и на самом деле то подождет своего визави, скорее всего. Там еще и Джио пал. Но пока что отличное начало у Navi Junior. Правда, бокс удивил, боже, чуть ли не меня самого, потому что, казалось бы, вроде изи фраг для топы, но чуть было не проскочил просто. Паче там есть друг. Молик за бокс. И да, Господарова он здесь уже не ждал, открывался. Вот на других мапах вообще вопросов нет. Но на Vertigo я часто видел, где действительно игра не идет, банально, и фраги свои не находит. Здесь поработал и на точку А перетянулся, и в мидле, блин, на позиции, и там не читать это, ну, дело такое. Джоу всегда в мидле разыгрывает. В предыдущем раунде его здесь наказали. Сейчас чувствует себя комфортно. Господаров, кстати говоря, пал. Неплохая такая снайперская дуэль получилась. Ну и топ в своем дефолтном поинте. Естественно, его развили просто на выстрел. Даже если бы снайпер падал, ничего страшного. Но видно, что Немига гибко играют. Быстро меняют свои какие-то вариации. И осознав, как встают... Малая полетела в бой, но Мориком его просто-напросто выкуривает. И надо срочно тушить одну из сторон, иначе будешь сражаться против двух флангов. И в итоге без смока и без головы остался бит. Мне кажется, все-таки дымовую завесу стоило потратить в этом тайминге. Копачо сейф. В таких условиях уже ничего другого не остается. Это основная беда, что Нави начинают брать свои раунды рваным темпом, а не какой-то серией. У атаки накопление появляется. Топы находятся, и при этом дуэль снайперскую, которую выиграл спидак, будучи со скаутом ВС АВП, это, ну, всегда жестко. Это было ранее. Вот, очень хорошо понимаю этот комментарий. Бывает такая штука, что ты играешь еще сам, и такой, блин, я это видел, я знаю, что будет дальше. Давным-давно собрали инфу по точке А, они понимают, что это 100% Б, и втроем все это дело будут оборонять. Копача легко хоронит одного оппонента за другим, подключается Моноси. Ну, здесь, конечно, спидак плюс Джури вряд ли разрулит, потому что, ну, Моноси 100% на 1 килл позиция. Легко он справляется. И в дальнейшем спидака, естественно, задушат. Это дело времени. Ну, либо он задушит сам себя, так скажем, в плане заработка денег. Но ВП подсовет, по крайней мере. У него 5800. Он даже может дроп дать клашам своему товарищу в следующем, если это необходимо. МДС. Спать под ноль Немига, причем Хаешти жесткий взлетает в этом раунде, но поинт весьма дефолтный, естественно, пройдут Моноси без каких-либо проблем. Бук Джо убитые, и два игрока на точке А стоят у взятия раунда от Немига, причем Господаров вовсе не был готов к такому врыву, и Лолипоп в итоге сносит три головы на ровном месте. Ну, Navi Junior прям к такому явно не были готовы, потому что сплит обычно... База Б происходит через мидл, откровенно говоря. И очень редко можно увидеть, когда на точку А врывается через девятку просто вот так агрессивно. МДС там помогает, по всей видимости, Нави. Дает небольшую фору. Спидак — это враг. Видите, спидак, он пытался круто варьирует раунды. То играют очень медленно, то такие молниеносные врывы. Нет никакой паники. Ну, проиграли. Ну, упустили экономически. Navi Junior в этом раунде решили немного изменить сетап. Если до этого только по точку агрессировали, теперь и под бейс Копача. Здорово, МДС. Ну, как бы, свидимся еще, по всей видимости. Но тебя не отпустят, но не должны отпускать отсюда. Так а там один игрок в этом печаль. То есть Лолипоп пытается, конечно, но он пойти при фарм давить тоже опасно. Надо тиммейта подключать. Вот, теперь вдвоем можно разваливать, но Копача одного за другим. Щелк! Лолипоп вовсе без головы остался. Это... другом. Это забавно. Вот, вот сейчас будет знаменитый момент карты Двертига, где непонятно вообще дэмэдж. Лолипоп такой на всякий случай там... Да ладно! И тут тоже не увидели сразу.
Уворачиваться, естественно, от флешек. Но вот гранат в ответ от Немига. От них не выращивается абсолютно никто. Открытие от бокса. Как же жестко. Очень. Но топы также подключается и все-таки падает. В ответ очень крутой врыв через рукав. Также тайминговый от Лолипопа. Дади бомба будет стоять и сложнейший ретейк. Гранаты жесткие взлетят. Как бы тут все нормально. Но вот в дальнейшем как выходить? Там своеобразный перекрестный огонь у СПДК. Просто ну идеальная позиция. Да, действительно, ноль серии. Хотя, слушай, а что если... А, нет, уже не получится. Ну, план был. Как... У него был план, он придерживался. Правильно, на слабый план. Тут был соло Капача. Но, опять же, вот эти врывы в две волны от Немига. Они иногда играют в плюс. И в этом раунде, видимо, также МДС. Какой вановый смог там поймал шедеврально. Он сгорел, он упал. Они собрали фопада. Там стоит как раз-таки топа на рампе. И у него еще тиммейт под контролем. Отлично. Топа здесь. Минус имеется. И надо пожить, просто потянуть время. Там в дальнейшем снайпер включится. Топа еще один минус. Убивает пачку топа, трипл килл. И против спидака остался 1-1 здесь. Топа просто квадро похоронил. Там абсолютно все шансы на камбэк полноценные имеются, безусловно. И поджим базы ВМ. Тут тот самый МДС вместе с Лолипопом. Это просто звездочки какие-то, да. Лолипоп, это, знаете, как в каждой команде есть игрок, ну, в топовых командах, которого никуда не пустят. Вот Лолипоп, это один из них. Типа, его не выпустят. Он там пожизненно. То есть все. Главное, чтобы там тиммейтов подбирали. Обрек человека. Так я же не сказал, что это плохо. Почему? Ой, а вот это плохо, это очень плохо сейчас. Но смогли разменять по топам. Тот же подходит, кстати, Моноси, но Моноси спалился. Моноси погиб, спидак, там соло с ним разбирается. Нужно ставить бомбу, пока есть время. Сюда пишет Господаров с снайперской винтовкой, тремя гранатами. У него еще дигл и кусачки тоже есть. Все бы это свести в какие-то соло-перестрелки. Он спрыгивает, есть информация по нему. Открытие под смоком. Господаров убивает Лолипопа. Что будет делать спидак? Ой-ой-ой, ну тут снайперская дуэль очень опасная. Он прячется просто, чтобы не увидели его хоботок из-за угла. Ну там вообще очень тяжело Господаров будет вычислить данный поинт. Он открывается, не чекает и по идее спидак. Серьезно? Спидак что за... 100% Молик полезен, уже выжигаете позицию цемента. Другое дело, что тут 4 игрока Немига, они уже врываются через рукав. Тут легчайший минус полетели от бокса и спидака. Ну и по идее все должны падать. Однако Моноси спасает сюда, остав целых 2 фрага. А теперь с Юспа можно и побороться. Спина он понимает, горит, что со спины кто-то есть. Но при этом он идет в упор. Ой. И тут либо хедшот, либо смерть. И, видимо, смерть. Да. Ну, простейший фраг для Джоа. Остается Господаров на 2 хп, которого там прострелами через стенку можно убивать. Что... Так скажем, плотные матчи, но завтра точно будет максимально это интересно. Это очень важный день, потому что мы смотрим на форму коллективов, которые столкнутся завтра уже, получается. Либо вам повезет открыться каким-то кроссфайром. Это такая халява просто идет сейчас для Лолипопа. Он еще остается на 47. Куда ты бежишь, родной? Слушай, знаешь, где-то халява, а где-то неудача. Да-да-да. Там еще спидак пытался ворваться. Он не поверил, что так близко будет враг уже на этом тайминге. Ой, ну смотри, какие спидак убивает, да. Ой-ой-ой, перестрелка от Моноси, он также ее переворачивает. Ну там теперь уже есть полноценный. Повторный какой-то дефьюз, дернет или нет. Обошел, его не ждут. Разворачивается вроде бы под него Моноси, но при этом не успевает среагировать Капачи и дефьюз. Да, там уже 13 секунд оставалось, поэтому 13-5. Денег у Нави нет, но они ставили бомбу. 4350, 4000, то есть... Вернее, на Лолипопе. Очень опасно там стоит. Забустоял мог это закрыть сейчас, но идеально бокс прикрывает, поэтому все четко получается. Минус буст, не получится. Все, спидак заметил оппонента, дают кол тиммейтам, и даже если он здесь промахнется, в любом случае тиммейты будут уже втроем, там, вдвоем на точке А. Да, да, но... Это все равно будет очень непростой задачей. Немига, еще один размен, 3 в 3 остались. В смоке это не поставишь, а за дефолтом будет разгораться как раз-таки зажигательная граната. Она полетела, но поздновато. Там удастся все-таки поставить. Однако Капачи подгорел, но бокса забрать не удалось. И, вернее, учится. А может быть сейв какой-то потенциально сделать? Ну нет, идут до конца. Поэтому погибает МДС. Джуэ справляется вторым. Сам об этом не знает. Остается 10-15 секунд. Ему нужно начинать дефьюзить. Он дефьюзит. Да ладно. 3, да 2, нет. 1. Нет. Тогда. Да, на халяву! Он же успел. 14-5. Просто они пытаются максимум выжить возможного из этой карты. Ну, пока что бокс из себя максимально максимум возможности вытянул. На лоу хп забрать 1,5 игрока, грубо говоря. Это было сильно, но Нави Джуниор все равно в большинстве. И здесь на самом деле многое от Джуа зависит, потому что открытие в мире. Бит сделал свой фраг, это очень важно. Потому что в следующем можно закупаться, далеко не отпуская экономику. Либо сделать бай до 2000, чтобы выровнять экономику и уже в 22-м играть полноценный. Когда введете 14-6, знаешь, лишний раз пообщаться, это сильно. Я вот раунды это... нельзя на поток ставить. Пауза, а, это пауза... от Нави, да. Ну,
Давид заставили потратить ту самую флешку. И теперь они вас банально не пикнут. Они пытаются как-то подойти, побороться, но у вас же тут большинство, однако, в прыжке оказался господаром. За счет этого размены плюсовые были для Немига, но надолго ли? Потому что Лолипопа моментально прогоняет, но бокс работает идеально. Никого не пускает просто-напросто в рукав сейчас. Правда, топ вторым номером не ожидал. Лолипоп очень вовремя ушел, потому что мы закидывали молик. У него было 13 хп, он буквально бы за секунду сгорел, если бы он не отступил и дал этот килл. Ой-ой-ой, Лолипоп. Я прям думаю, что он будет до конца тут вычислять. Тиммейт подходит, и Монаси тоже такой весьма неплохой поинт. Лолипоп ожидает, есть минус, топа падает. Но Монаси, какой угол? Можно всех хоронить, казалось бы, на спину горит. Идет, и не ждет его абсолютно Монаси сейчас. Монаси будут убивать, это дефьюз, это 15-6. Но бомба поставлена, можно побороться еще за какую-то семерочку, наверное. И если бы два игрока сейчас двигались в Сити, позиции... Нави в рамках этого турнира. Ну, они достойному противнику проигрывают в борьбе. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот ладно, на это смотреть весьма-весьма интересно. С прайдауном Джио просто забирает одного, второго, чуть ли не третьего. И в дальнейшем он с плюс господаров, ну, навряд ли, намного сложнее. Для Немига, так же, как и для команды Гамбит, эти первые этапы четвертьфинала была возможность проснуться после праздников. Поиграть какую-то официалку, которая действительно что-то значит. Не просто групповая стадия, это продвижение вперед, это призовые. Они уже сейчас получают часть призового фонда. Ну там идол, и два игрока просто стягивают на себя массу внимания, уходит. Причем они еще и живут. Уходит, здесь. Джой, уходит. А ты посмотри, что с базы Б происходит. Это шикарный байт. Вот так надо играть какие-то фейки в 2021 году. Вышли два парня, начинают стрелять, дают килл, куча смоков. Немига теперь 4 в 4 идти на ретейк. Ретейкать базу Бэфсик. А его пока что совершенно никто не чекает. И Немига, возможно, задумываются о сейве, безусловно. Надо, время надо думать меньше, о сейве. Меньше. Ну а как засейвить? Там так топов в спине. Смысла на самом деле особо сейвить-то тоже нет, потому что 26-й вы все равно будете проигрывать, там уже в 27-м придется бодаться. То есть денег нет, хотелось бы снайперскую винтовку получить. Вы не будете рисковать полноценным раундом ради эфемерного какого-то камбэка. Ой-ой-ой. Это не имеет смысла, понимаешь, что вы упиваете всех игроков Navi Junior. Они живут одним днем. Это очень опасно. И будет давить с Макиты. Посмотри, Лолипоп, какие тайминги. Какое открытие сейчас будет, но топово дабом вырубает того самого-самого результативного игрока команды Немига. И начинаются важнейшие перестрелки за смог. Протиснулся сейчас Джио. И у него там, вернее, бокс. У него там важнейший дуэль на тиммейты. Очень быстро падают. Бокс, однако, выигрывает перестрелку. Такие каленые с гранат остаются по итогу Navi Junior. Монаси на 9 хп всего-навсего. Копач там зарылся в свою траншею. Монаси за перилами сидит. Не прыгай. Ой-ой-ой. На контроле бомбы. Какая же позиция здесь чертовски важная, чертовски сильная, но падает вниз. Как и все шансы Нави, возможно, и на этот раунд можно бороться еще и на плент. У господарова АВП там нету смока, и надо просто играть на стрельбу. Да. Немига пытаются просто нужны стройный киллы. Выпад сейчас оформить. Нужны киллы 100%. Немига есть первый килл вроде бы от господа, от бокса точнее, но это 12. Какой-то от Немига, Лолипоп опять же первым номером. Частенько он тут дуэли ранее выигрывал, но топа префайром выходит, однако страхует его еще и бокс. Вот эти два минуса. И стоит ли Немига сейчас лететь? Возможно, стоит немного остановиться, но не додавливать. Не стоит останавливаться, Немига, но игр на данном турнире. Мы пытаемся, да, мы все делаем ради того, чтобы они камбэкнули, но спидак убивает Монаси, и Копача остается один против пятерых. Ну, то, о чем мы с тобой говорили. Рано или поздно идеальный раунд залетит.